Теско обнародовал план по выходу из кризиса самого тяжелого за 95 лет существования компании. Крупнейшей в Британии сети супермаркетов пришлось снизить цены на фоне ужесточившейся конкуренции. Из-за этого она терпит убытки, растет дефицит пенсионного фонда Теско. Новый глава компании Дэйв Льюис взял курс на экономию. Это предполагает закрытие 43 магазинов. Более половины из них – местные мини-маркеты Tesco Express. Когда гендиректор говорит о закрытии какой-либо программы, акционерам это нравится, потому что показывает, что перед ними серьезный гендиректор. Но я считаю, пока слишком рано говорить, что мы присутствуем при возрождении Tesco. Но инвесторы довольны. Акции Tesco на бирже Лондона подскочили на 13%. Программа Льюиса, который в сентябре пришел спасать Tesco из корпорации Unilever, включает в себя также сокращение капитальных расходов компании вдвое, урезание затрат и продажу ненужных или непрофильных активов.